Китайские студенты Шанхайского университета посетили КФУ. Обучающихся на направлении журналистики заинтересовала кафедра телевещания и телепроизводства Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Особое внимание было уделено студенческому телеканалу «Универ ТВ». Мы знаем, что в Казанском федеральном университете обучались такие исторически важные личности, как Толстой, Ленин, и поэтому решили его посетить. Так как мы сами учимся на факультете журналистики, нам было интересно посетить и узнать, как студенты обучаются на местных факультетах этого направления. Помимо студентов, на экскурсии были и преподаватели. Для них студенческое телевидение является непривычным явлением. Нам очень понравилось, что на базе факультета открыто телевидение. Канал позволяет не разделять теорию и практику при обучении. У нас в Китае такого опыта еще не было, и мы тоже задумались о данном методе. Визит китайских гостей завершился общением со студентами кафедры. Артем Тупичкин, Аделя Шамилова, Радик Загидулин, Олег Апачаев, Универньюз.